Кто это? Та маленькая мышка, новорожденная. Хозяин с ума сходит. Ну ладно, посижу рядом. Барсик, ты вообще-то мимо унитаза сел. Ничего страшного, я зато журнал читаю. Такой интересный. Рекомендую. Семейная весна. Так, вау, десант спускается на парашюте. Соня! Кто выиграет? На кого делаем ставки? Выиграет девочка. Не мою, отдай сюда. Барсик на курорте называется. А мой очки упали. Ну, умывается, друзья. Это Барсик на джи... О, это Пигги. Точно, скажи бе. Отстаньте от меня. Не лезьте мне в рот, сколько вас... Леопард. Я маленький леопард. Круто. С него пух снимает, расчес. Ой, на тебе. Будешь мой король, хорошо? Хомяк. Хозяин, ты можешь мне чесать в другую сторону? Ты мне прическу всю попортил. Барсик, у тебя лицо не треснет от такого количества молока? Не, белка! Белка! Тащила! А что она украла? Короче, хозяин, видимо, вернулся в свой кабинет спустя долгого времени. Она, короче, тут семки ела, смотри, лускала. Шоколадку, смотри, открыла, свистнула. Воу! Барсик, что с глазами? Будешь апельсинкой. А ну. Ого! Палец досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Самые смешные и забавные питомцы в лайке и тиктоке. Всем привет! Привет, друзья! Валеришка Геймс! Напишите, кто из нас больше сказал вау или, может быть, засмеялся. И сколько раз ты? Ну что, погнали! Не смеемся. Ой, совенок! Ты будешь у нас теперь совенок-индеец! Круто, друзья! О, это эти, щенки-корги! Такая порода есть! Круто, ничего себе, как их много, друзья! Обалдеть! Ой! Хозяйка, а можно мне покушать что-нибудь? Пожалуйста, чуть-чуть, хоть чуть-чуть. Так, ага, любимая Пигги. Игрушка. Пигги, видела, друзья, были? Короче, собака выбирает свою любимую игрушку. Ой, белка, а как она так? Белка, у тебя все нормально? Почему белки любят есть вверх ногами, друзья? Вы не знаете? Вера, ты не знаешь? Как она держится? Капец, причем ее снимают, человек довольно близко возле нее. Смотрите, она никуда не уходит, продолжает кушать. Это Барсик на курорте называется. А мой очки упали. Ну, умывается, друзья. Это Барсик на джипе. Да, друзья, на качельках катается, закат смотрит. Ребята, каникулы, кто уже хочет на море, напишите нам. Это выдра, посмотрите, друзья. Боже мой. Это водоплавающая выдра. Котенок, посмотрите на его окраску, друзья. Он как тигр. У него окраска леопарда, он в пятнышках. Я леопард. Я маленький леопард. Круто. А это кто? Кто же это был? Кто порвал блокнот? Кто порвал дневник школьный? А ну признавайся. Кто порвал всю мою домашку? Это какие-то воробьи прилетели, наверное, порвали. Я не знаю, хозяйка. О, что он там в коробке ищет? А, он разгрыз, короче, коробку. Смотри, язычком вылазит с-под дна. Крутят, друзья. Французский бульдог. Ого! А, это в ускоренном темпе. Как кот проводит свой день на кровати. Круто, друзья. Так полежу. И тут полежу, и сюда полежу. Так, первоначальная версия. Ага, что она? А, она с него пух снимает, расчес. Ой, на тебе. Будешь мой король, хорошо? Это с-под дивана. Это щенок ротвейлера, да, получается, друзья? Напишите нам, у кого какой питомец живет дома и как его зовут. Нам очень интересно в комментариях почитать. Ой, Барсик, а ты точно в эту дырку пролезешь? Хозяин, я что-то не могу. Не могу пролезть. Откуда он, интересно, вылазит? С коробки, что ли? Барсик, обойди. Барсик, обойди, возьми. Бля, он грызет лапой по камере лупасит. Друзья, так, смотрим. О, бесконечный шарик. О, да. Ребята, у кого такой шариковый аквапарк? Кто строил вот такие вот? О, там кот внизу. Кот наблюдает. Когда он уже упадет, хозяин? Сколько можно ждать? Я уже прямо не знаю. Ну, крутись. Упал. Все, вроде, друзья. Поехал. Догоняй, Барсик. Догоняй! Ого, люди построили, обалдеть, какой он длинный! И причем нужно делать постоянно это под склоном, иначе шарик остановится, либо катится в другую сторону. Еще одна воронка. Хозяин, когда оно уже все закончится, я уже прям не знаю. Друзья, напишите, кто из нас сегодня больше засмеялся или сказал вау, и сколько раз ты?
Воу! Покатился дальше. Барсик, ты прозевал. А что он его не ловит, интересно? Если бы я был Барсиком, я бы ловил, друзья. Как вы думаете, Лера, ты бы ловил? Он бы разломал тут все. Разломал, ну да, наверное. Поэтому он, наверное, не ловит. Он просто с интересом наблюдает. Милый Барсик, просто этот... Опа, укатилась. Воу, хозяин, уточка. Мне это, наверное, пора похудеть. Это не уточка, это гусь, походу. Смотрите, слушайте, друзья. Вы не знаете, я вроде иду назад, но почему-то иду вперед. Круто, а как так сделано, интересно, друзья? Обалдеть. Ой, Коля. Кроля купаться собрался. Зайчик, милаха. Суслик, в поле, ест морковку. Круто. Хозяин, а есть еще, пожалуйста? Я уже доедаю. О, так, молочко. Просто красиво кот лижет молочко в ТикТоке. Ага, и смотрим, что будет дальше. Да, там вообще-то кофе стоит, и тут молочко лежит. Это не кофе, это его корм. Походу, молоко он так просто пьет. А если ему помешать с его кормом? Фу, фигня какая-то, хозяин. Что ты мне вот это сделал? Испортил? Ух ты, хомяк. Хозяин, ты можешь меня чесать в другую сторону? Ты мне прическу всю попортил. Барсик, у тебя лицо не треснет от такого количества молока? Не, хозяин, нормально. Можешь отойти, если боишься. Обалдеть. Так, кошка решила. Ой, ты мой котенок. Это же мой котенок. Ага. Иди ко мне, сладкая попка. Я тебя люблю. Нет, котенок не хочет к ней. Ё-моё, иди же, тебе, я же тебя хочу потискать. Я тебя сейчас достану и зацелую. Кто это? Собака. Ой, какая порода, собака? Лера, не знаешь, что это? Нет. Где собака? Так вот же собака. Где собака? Где собака? Лера, ребята, кто видит собаку? Я, например, видел, Лера нет. Так, ой, это тоже корги. Смотрите, апорт, волны боится. А вон его игрушка валяется прям в волнах. Ну, давай, наберись смелости. Тихо, хватайте кайф. Ну, поймал? Да, все. Игрушка спасена от вредного цунами. Так, погнали, смотрим дальше, друзья. Какие-нибудь еще у нас сегодня питомцы. Белка! Белка! А что она украла? Короче, хозяин, видимо, вернулся в свой кабинет спустя долгого времени. Она, короче, тут семки ела, смотри, лускала. Шоколадку, смотри, открыла, свистнула. А Лера шоколадку украла. Смотрите, друзья, енот. Хозяин, ну ты мне будешь давать или нет? Я вообще это... О, спасибо, забрал. Он вообще по сторонам смотрит. А интересно, чем она кормит? А корка сама осталась. Корка от чего? От банана? Хозяин, отдай. Можно мне еще, пожалуйста? Я доем. Все, доел. Начал кушать во сне от запаха еды. Ага, а ну, начнешь кушать? Ребята, кто делал такие эксперименты со своими питомцами, когда они спят? Если корм подложить под нос. Да, он ест реально. Воу! Барсик, что с глазами? Будешь апельсинкой? Круто! Котенок! Хозяин, спаси! Да ну! Так там же воды по колено, не бойся, все нормально. А я все равно боюсь. Мало ли что, вдруг захлебнусь. Куда он смотрит, ребята? Пришел. Хозяин с ума сходит. Ну ладно, посижу рядом. Тоже. Класс, друзья. Вдвоем. Никто меня не чешет, я одинокий волк. Да? Что ж мне больше не любите, что ли? Ну и что? Это вы решили? Чешите там друг друга без меня. Короче, обиделся. Я обращусь в чебуречную полицию. Чего себе? Ну хватит, ладно, давай иди сюда, почешу. Ёжик! Глянь, ёжика гладят, а он лапками бьет по воде. Капец, как енот полоскун. О, ребята, чип мимо, не попал. А ну давай, попытка номер два. Оп, попал. Молодец. Ребята, чьи питомцы делают так же, напишите нам. Крутяк. Ой, дверь закрой, я голенький. Барсик, ты вообще-то мимо унитаза сел. Ничего страшного, я зато журнал читаю. Такой интересный. Рекомендую. Семейная весна. Кто там, кого там показывают? Кеша, смотри, там ты по телевизору. Да, я тоже так умею. Я тоже так умею бить монитор. Вредный YouTube, плохие просмотры, мало просмотров. Ребята, поддержите лайком это видео. Так, воу, десант спускается на парашюте. Свинья! Кошак спустился, друзья. Кеша, ты куда идешь? Я в магазин иду за покупками. Кому что купить, говорите, пожалуйста. Не стесняемся, даем деньги, я в магазин. Кому что купить? А ты точно вернешься с покупками? Ну, конечно, смотри, какой у меня хохолок. Как я могу обмануть? Честная пионерская. Круто, друзья. Что мы этот очкуем? Пошел. Это маленький птенец попугая. Мне еще нет месяца. И что?
Я все, что я делаю, я ем и сплю. Ну, наверное, еще в туалет ходит. Я пищу в 4 утра, потому что я еще малыш. Ну да, мило, ребята. Во! Утята! Вы пищите в 4 утра, признавайтесь. А то там попугай жалуется, что это. На его хозяйка ругает, что он пищит в 4 утра. Капец, как близко, ребята. Макросъемка. Утята! Ребята, у кого в деревне есть утята? Или на даче, может быть? Или дома? Представляете, Лера, у тебя дома есть утята? Я его взяла, этого котенка, он был самым последним. И выглядел так в 2 месяца. Утя-бозя. Да, котенок выглядел. Тогда, что ты мне чешешь ноги, скажи, пожалуйста. И хозяйка, и этот. Я не знаю, мопсику виднее. Да, друзья, потому что мопсику виднее. Я играю с чужим котом во дворе. Ага, и что? В это время мой кот. Хозяин играет с другим котом. Идите. Здрасте, можно у вас кофе отпить чуть-чуть? Смотри, чашку только не разбей. Хорошо, я очень аккуратно. Класс, ребята. О, это Пигги. Точно, скажи бе. Отстаньте от меня. Не лезьте мне в рот, сколько вам раз говорить. А морковку буду. А не палец, это палец был, это был обман. Так, друзья, я тут где-то заначку спрятал. Блин, где же? Вот тут, наверное, там у меня было немножко денег. Нужно это, пойти себе вкусняху купить. Смотрите, буренка восприняла меня за маму, за коровку. Тетю, глянь, у нее костюм, короче, коровий, еще и с выменем. Кто это? Та маленькая мышка, новорожденная. Смотри, сырочек. И уже ест сырочек. Такая малюсенькая, друзья. Ох ты, кто это? Питомец, одну макарошку. А ну, кто выиграет? Кто выиграет? На кого делаем ставки? Выиграет девочка. Не мою, отдай сюда. Забрала. Ребята, лягушка-попрыгушка. Червячка ей дают, или кого? А ну. Ого! Палец грызануло. Голодная, наверное, была, ребята. Она, по-моему, не больно грызет. Ну, конечно, не больно, у нее же зубов нет. Маленькая черепашка. Смотрите, какого размера. Спасли, получается, ее и отпустили. Или купили в аквариум, пустили. Ребята, какая она малюсенькая, но она вырастет. В аквариум пустили. Да, друзья. Поддержите лайком это видео, напишите нам, какой у вас живет питомец и как его зовут. Мы стараемся только для вас. Потому что вы у нас кто? Самый лучший. Вас очень любит. Всем пока-пока. Напишите нам, кто из нас больше сказал вау или засмеялся. И сколько раз ты. И смотри новые видео на всех каналах. В описании ссылочка.